В районе Аккулы во время празднования Дня единства народа Казахстана состязались в байге, борьбе, тугускумалак. Также прошли соревнования по перетягиванию каната и гиревому спорту. В ботанической школе села Каракала провели соревнования по тугускумалак. На эти старты приехали юные интеллектуалы из районов и городов Прииртышья. Участники были распределены по возрастным группам. Среди них есть спортсмены, которые добились определенных успехов. Я играю в тугускумалак уже 6 лет. Сначала я играла в школе, потом стала ходить в секцию при доме шахмат. У меня первый спортивный разряд. Мне нравится тугускумалак, потому что мы улучшаем свое мышление и развиваем нашу логику. В окрестностях села Каракала была организована основная часть праздничных состязаний. На сцене выступали ансамбли самодеятельности. Аксакалы отметили важность Дня единства народа Казахстана. Мы живем в стабильной стране, за которую проливали кровь наши предки. Все это стало возможным благодаря единству. Зрители с интересом наблюдали за перетягиванием каната между сельскими командами, в которые входили как молодежь, так и старшее поколение. Мурат Билмажит, Жансел Серикбол, Аман Баймбет, РТС Ахпарат из района Аккулы.